Первая помощь. Значит, антидот к этому, к этим препаратам это витамин группы В, В6 витамин, пиридоксина-гидрохлорид. Он продается в обычной медицинской аптеке, везде он продается без рецепта. Он вводится подкожно или внутримышечно, значит, из расчета 1 кубик на 2-3 килограмма. Это наиболее эффективный вариант. Значит, ну а дальше идут тоже капельницы с противотоксическими средствами, инфузия активная такая идет, водно-солевое лечение.